что Порошенко изначально агент Путина? Можете ответить? И ловать на его совесть. Потому что, когда убили людей в котлах, он пошел на Минск. Если бы он не дал убить людей в котлах, не пришлось бы идти на Минск. Он, будучи кандидатом, последнее слово, он, будучи кандидатом, говорил, нельзя людям давать оружие, нельзя делать добровольческий батальон. Он говорил, я не на вас сейчас совершенно, сейчас нейтрально мы с вами говорим. Вот даже не напрягайтесь, прям давайте оба расслабимся, просто чисто как два пацана. Он говорил в марте, нельзя добровольцам, вот нам, вам давать оружие. Пошли ему наперекор, сделали добровольческие батальоны. Что он с ними сделал? Он загасил в котлах. Мы это все прекрасно видели, потому что у нас забиты склады. Сейчас сделать ревизию складов все охренеют. Подривно 5000 тяжелой техники. 26 тысяч тяжелых пулеметов лежит под Иловайском в масле. Все охренеют, сколько оружия. Оно не давалось, людей убили. Ребята, мы не можем победить, побежал в Минск, отдал территорию. Что это, не сговор? Взять «Единая Россия», партии регионов. Это же, я политтехнолог, это делалось в одной лаборатории, эти названия. Кто сделал партию регионов? Порошенко. Кто завалил первый Майдан? Порошенко. Он привел Медведчука и Рыгов туда. Кто сейчас был планом «Б» после снятия Януковича? Порошенко. Это агент Путина. Это человек должен быть расстрелян. Помогите, это просто предатель. Предатель официально. Он официально, он даже не предатель, предатель, кто был с нами и изменил. Он шпион, однозначный, даже без разговоров. У нас сидит предатель там. Можно вместе с ним повесить. Да тише, дайте. Говорит этот товарищ. Больше половины Украины мнение, потому что мы сидим на кухне и об этом разговариваем. Понимаете? Нас пришло мало, но говорят так и думают море людей.